Всем привет! Сегодня мы изготовим микрогриндер на болгарку. Для начала ее разберем. Замеряем диаметр посадочного места под кожух. Здесь 41 мм. Вот у меня есть кусок кардана. Диаметр здесь и 40. Мне это подходит. Отрезав полоску, получаем вот такой хомутик. Он идет вровень с торцом. Теперь нам нужно сделать, чтобы он скручивался болтом и мог притягиваться. Получилась вот такая заготовка, теперь ее нужно приварить. После шлифовки получаем вот такой хомут. Теперь нам нужно взять пластинку, это кусок полосы. Чтобы продолжить дальше, нужно сделать приводной ролик, чтобы понять, на какой высоте он будет находиться. Нам нужно найти какую-нибудь втулку. Которые можно будет нарезать резьбу М14. Теперь берем шайбу. У нас получилось упор. Далее нам нужно приварить сюда кусочек профиля. Так как профиль должен быть на уровне с вылетом, компенсируем это двумя гайками. Положим гайки и вот так привариваем. Эта деталь выглядит вот так. Теперь я из того же профиля изготовил вот такую деталь. Далее взял кусок квадрата, который сюда помещается. Три подшипника. У них внутренний диаметр 7 мм. Я взял болт, который имеет тело 7 мм. И закрепил вот таким образом. Теперь остается вот это сварить с этим. Я ее заварю внутри, чтобы здесь не было шва. И здесь на прихватке с двух сторон сделаю. Первое испытание. Видим, что наждачку здесь колбасит. Я не обратил внимания на качество. Здесь оно желает быть лучшим. Плохой шов. Ничего, купим новую. Также я решил сделать такие две пластины. Я их сейчас приварю здесь. Приварил, шлифанул, здесь сделал чехол, защиту из тонкой трубы от амортизатора. Также здесь сделал пропил, сделал, чтобы не выскакивало. Остается это все покрасить. Каким же цветом? Ну, конечно же. Конечно же, оранжевым. В итоге получаем вот такое изделие. По ролику. На эту втулку я одел сверху резиновый шланг. Одну шайбу я приварил изнутри и сверху одел заглушку.
Эту шайбу я ее просто приклеил на суперклей, чтобы была возможность заменить эту резинку. Ну и как-то так. Давайте же проверим теперь, как это все работает. Закрутили ролик. Это отверстие я увеличил до размера шайбы. Наждачку смотрим, куда указатель идет. Вот так оно получается. Как видим, инструмент прекрасно справляется со своей задачей. Качество заточки получается идеальное. Здесь я немного перегрел, но ничего страшного. Как заточено на круге, такого не получится сделать так ровненько. Также при обработке дерева торцом, в какую сторону мы прижмем наждачку, в такую сторону она будет пытаться убежать. Но сбежать она не может, так как ролик не дает ей соскользить. Мы можем обрабатывать, в принципе, любые детали. Главное, сильно не прижимать, лучше взять наждачку более крупной зернистости. Я разные видел идеи, как люди делали. Ну, я сделал по-своему, этот вариант мне считается самым лучшим. Выглядит оно очень красиво, компактно и несложно в изготовлении. Чтобы ролик не терять при хранении инструмента, я одеваю наждачку обратно. Прижимаю, вставляю ролик, и вот так будем хранить. А на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Удачи вам, добра, хорошего настроения. Пока-пока.